Работники предприятия «Крымские морские порты» под угрозой увольнения. Портовое хозяйство Крыма терпит убытки из-за разрыва экономических связей с Украиной и западных санкций. Грузооборот сократился в разы. После оккупации Крыма правительство Украины официально закрыло морские порты полуострова. Все медицинские и санитарные свидетельства, выданные в Крыму, недействительны в мире. Несмотря на это, по данным экспертов, корабли некоторых стран все же посещают полуостров. Но объемы работ крымских портов до и после аннексии несоизмеримы. Одна, потому что, в принципе, ГУР, когда было создано, то оно сначала начинало свою работу достаточно серьезно, достаточно стабильно. И хотя, в общем-то, по итогам даже такого тяжелого года, как 2014, убытки составляли всего 12 миллионов, сейчас это предприятие, которое стоит на грани банкротства, у которого только за первый квартал этого года уже убытки составляют около 300 миллионов рублей.